И семья, и улица, все на меня повлияло. Вот все, что во мне есть хорошее, это, пожалуй, моя семья, да. Все, что во мне есть такого экстремального, это улица. Хотя на улице у меня появились хорошие друзья, которым я очень благодарен за поддержку. То есть я, когда начал там, образно говоря, шататься на улицах, как говорил мой дедушка, я встречал очень много достойных людей, которые не ставили целью там погубить меня, втянуть в какое-то безумие, а делились каким-то жизненным опытом. И у меня всегда внутри было понимание, чего я хочу. Ну, как вот, я не знаю, вот там с 7-8 лет я понимал, что я хочу делать то, что я считаю правильным или интересным для себя.